На что разводишь? На деньги. Ух ты, какая ты буйная. Иди отсюда, я тебе сказал. Сломаю. Ваши люди сломают. А здесь дай ему пизды. Пойдем. Я ничего не хочу. Хули дай баишься дать. Сейчас брат придет у нас с тобой лично. Но он же не мусульманин, как я ему говорю? Какая разница? Будешь людей убивать? Да, или дай, или просто. Буду. Ну вот ты знаешь, дурак, бля, ты дурак. Да, как еще называют? Убьешь? Да, вот этого именно. Вот ты больной. Аллахом. Ну ты что мне обещал? Подожди, я тебе сейчас писали, да. Ты как обезьяна себя ведешь. Убьешь его? Да. Без проблем. Друзья, но перед просмотром ролика у меня большая просьба. Расскажу о телеграм-канале, который лично мои знакомые ведут. LiveTrade – это культовый канал о криптовалюте и блокчейне. На этом канале вы узнаете, что такое криптовалюта, что с ней делают, и сами убедитесь, как в реальном времени на этом зарабатывают. Сразу говорю, что на этом канале не будет никакой рекламы, никуда вам не надо денег вкидывать. На канале вы найдете актуальную и полезную информацию по разным аспектам торговли на рынках, самый свежий анализ рынка, полезные советы начинающим, личные секреты и фишки, а также последние новости о майнинге и трейдинге. Переходи на рынок, если тебе интересна тема криптовалюты, а также если ты просто хотел бы изучить, как это сделал я, что такое вообще криптовалюта, зачем, откуда и почему. Человек делится опытом и ведет свой канал. Подпишитесь на этот канал, вы поддержите меня, мой канал, а также дадите шанс моим хорошим знакомым, которые шарят в криптовалюте, в тренинге и майнинге. Все ссылки в закрепленном комментарии. Прокачивай свои мозги. Короче, там уже прошло минут 30-40, как пошел наш спецагент со спецагентшей в кальяну. Сейчас уже мой выход. Я залетаю туда с камеры, делаю вид, как будто я никого не знаю, ни меня не знают, тому подобное. Вот, GoPro-шка у них, поэтому с телефоном захожу. Пойдет сейчас жаришка. Здравствуйте, здравствуйте, люди добрые. Что? Не ждут меня здесь? Ого, сколько здесь людей разводят. Вот, тоже девушка, смотрите, соскакивает сразу. Оп-оп, а куда побежала? Тут тебя ждут. Ты чего? Она разводила тебя, дружище. Разводит тебя здесь она. Можешь лучше уходить отсюда. Здесь мошенники работают. О, Максимка, привет. Смотрите, сколько здесь много их. Я извиняюсь, а ты не на сайте знакомства познакомился с девушкой? Да. Разводит она тебя. А? Я так и подумал. Святослав Коваленко меня зовут, можешь посмотреть мои видосы. Ничего не оплачиваю здесь. Здесь еще уже никого нет, видимо, да? Как я вовремя сегодня, да? Здесь никого тоже нет уже. На что разводишь? На деньги. Иди отсюда, понял? Ух ты, какая ты буйная. Иди отсюда, я тебе сказал. Сорвал тебе сделку, да? А что ты, что рассказывал-то? Иди отсюда. А что-нибудь, а что будет? Так, а вы здесь тоже с девушкой сидели, да? А счет принесли вам? Принесли, вон счет на столе. А где счет? Спасибо. Да не за что. Больше не попадайся. Вот, спасли. Покажи счет. Друг, а ты кто вообще такой? Да не, уже можно не вредиться. Вот счет. Друг. Дружище, не оплачивай ничего. Надо? Нет. Уходи, просто уходи, все. Вот такая вот движуха, сорвали все им. Девушка вилка кидалась. Короче, они тоже звонят по ходу полиции. По ходу полиции вызывают. Вот, по ходу, короче, свою полицию вызывают. Посмотрим, кто приедет. Ждем полицию, что? Короче, 4 столика здесь сидел, когда я пришел. Прям сразу всех, короче, сразу всех. Как не кальянная? Кальянная хорошая, сервис говно. И разводят, да, только? Да. А вилка там на меня кидалась это? Да, 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 кидалась. Вообще, да, ненормальная. А? Себя? Так, могу себя снимать? Савчик. От души. Сейчас подождем, сейчас приедет сюда. Хорошо, выйди. Зачем? Так я же не доел еще. На улице ждешь. Кого? Ну, кого ждешь, давай. Камеру убери, поговори. Ну, я тебя снимаю, я себя снимаю. Я же тебе не подходил, правильно? Камеру убери, выйди. Не, объясни, что ты хочешь от меня. Ну, выйди, поговори. Ну, сейчас приедут сюда люди. Ты не заебался еще ходить? А я тебе чем мешаю? Ты не заебался сюда еще ходить? Что ты хочешь сейчас, скажи? Ты сюда заебался еще ходить? Сюда? У тебя ноги целые еще? Ну да, что ты хочешь сломать? А скоро тебе сломают их. Ну, слышишь? Кто-кто сломает? Кто-кто?
Сломают. Ваши люди сломают. Азиз, дай ему пизды. Пойдем, выйдем. Пойдем. Отпиздите его, камеру. Ну отпиздите, что это изменит? Я не нужно не приду сюда. Ну даже если меня пиздит. Ты без ног останешься. Ну даже если меня пиздит. Молчи, с тобой? А что ты с камерой? Что, не можешь? А, с тобой? Пойдем, выйдем. Пойдем. Посмотрим, ты насколько силен, насколько ты можешь говорить. Ну ты что хочешь-то? Я ничего не хочу. Хули доебаешься, да, девчонка? Да каких девчонок? Я кому что? Сейчас посмотрим. Пускай придут свои люди. Ну, конечно, сюда. Придут, не переживай, сейчас придут. Посмотрим, что конечно, придут, ты не переживай. Короче, тоже кому-то позвонили, кого-то вызвали. Сейчас 15 минут есть, чтобы ко мне приехали люди сейчас. Ах ты что, блядь, да ты сыкло, нахуй, стрёмное. Кого? Если бы я был бы стеклом, я бы не ходил бы по кальянным в одного. В одного, вдвоем, не ходил бы. Если бы я был бы стеклом. Иди нахуй отсюда, я тебе говорю, беги, блядь. От тебя? Бегать, я тебе говорю. А ты что ругаешься? Беги, я тебе сказала отсюда, блядь. Хорошо. Побегай. Пока, блядь, есть чем бежать. Ну пока есть, но я не бегаю, я хожу. А ты не боишься, что без камеры останешься? Без камеры, куплю новую. Куплю новую, если без камеры откроют. Ты что? Ты что думаешь? Да я заработаю на вторую камеру, на третью камеру. На коронавирусе это, вы его на разводе лучше зарабатываете. Барыга как раз таки ты. Барыга это ты, блядь. Барыба спекулянция. Спекуляция. Да я не спорю с ней. Споришь сейчас? Я с ней не спорю, я говорю свое мнение ей. Как зовут тебя? Анзор. Анзор? А кто по национальности? По национальности, догадай. Не знаю, вообще не знаю. Знаешь? Откуда? С Дагестана, не? Да, посмотрим, да что отведут, ребята, посмотрим, что. Не, ты из Дагестана? Сейчас, мои друзья придут, ты сам узнаешь, кто я такой. Так, не, я у тебя спрашиваю. Я, например, Святослав Коваленко. Ну, допустим, да. Ну и все, какие проблемы? Я просто поинтересовался тебе. Я, у меня как раз тоже друзья дагестанцы едут. Малолетка сам. Меня, говорит, малолетка дама. Ладно, пусть я буду лучше малолеткой. Короче, друзья. Пока мы отошли от кальяны, потому что сейчас позвонил охранник своим кентам. Сейчас должны мои кенты еще подъехать. И походу кто-то из них вызвал полицию. Вот. Мы отошли, узнали второй адрес. Там же Катя в чате. Короче, у них у всех есть секретный чат. Что они там в чате пишут, прочитай там в основном. Типа, блин, опять Коваленко пришел, типа сорвал. Как нахер он пришел, типа опять сорвал столик. Второй раз зачем он приходит, говорит, сюда достал уже, типа, да. И так далее. И вот пишут, телки, короче, сливаются, говорит, куда переносить? Какой адрес там они говорят? Товарищеский переулок 1, метро Таганская. Вот они офигеют, когда увидят этот ролик. И то, что мы сейчас, скорее всего, пойдем на второй адрес, на вторую кальянную. Вот. Как этот охранник представил, что его зовут Анзор, а его зовут Азиз? Азиз, вас. Да, Азиз. Азиз! Салам алейкум. Короче, позвонила Катя нам, она же у нас спецагент в секретном чате. Что говорят? Говорят, что должны с 10 часов рассчитывать обратно восстановить полностью деятельность кальянной. С 10 часов? Да. А перенести пока что на Таганскую, на базу лаунж? Да, пока что перенести на Таганскую. Вот видите, у нас спецагент пока в и чате переписку все... тебе скинули. Переписку все скинули. У них же свой чат, спецагент сливают. Не знаю, тут вот люди потянулись. Счета выставляют вообще невменяемые. Говорю, сейчас я, мои люди придут, я тебе что по очереди. Вот, короче, я блогер, я снимаю как в развод в кальянах. Пришел в очередную кальяну просто снимать. Этого человека и других людей там разводили. Естественно, им не понравилось, что я сорвал развод. Позвали охранников своих. Хорошо, до этого, что было, спроси. До этого я подбежал, я то, что я услышал, я сказал. Да. До этого он мне угрожал, что сейчас мои люди придут, ты потом посмотришь. Да. Нет, да? Прибыл, да, конечно. Эй, слушай, давай вот по-мужски поступай, да. Ты за свои слова отвечаешь. Я всегда замечаю. Ну, ты что сказал? Мои друзья приедут сюда, конечно. Ну, ну и что? Ты это так, второй раз ты так говоришь. Я тебе сейчас говорю, мои друзья приедут сюда. Ну, пускай приедут. Ну, а что я не отвечаю за свои слова? Да ничего, просто привет, посмотрим на кальяну. Ясно. Азиз. Не Анзор. Ну, допустим. Молодец. Так. Че, сюда, надо? Как зовут тебя? Анзор. Анзор? Зачем обманываешь-то? Ты же мужчина, зачем обманываешь? Тебе не бил. Меня нет. Да, ребята, я тоже могу тебя снимать. Ребята, снимай. Давайте, не снимай, будем ну кричать. Снимай, кто тебе мешает. Давайте, все, извините. Друзья пришли? Сейчас брат придет. Он с тобой лично. Сфоткается со мной? Ха, сфоткается. Посмотрим. Да? Угрожаешь мне? Я тебе не угрожаю. Понятно, что такие, как ты на моем веку было? Слушай. Который мне пытается угрожать. Хорошо, слушай. Хе-хе, обезьяна, блядь. Ну ты обезьяна. Тебе не бить. Ты обезьяна, я тебе реально говорю. Ты обезьяна. Ты обезьяна.
Давайте не надо. 100%. А что, не обезьяна, что ли? Это не оскорбление. Это имя. Да. Давай так. Сделай еще раз так. Что ты сделаешь? Что слышал? Что? Я его первый раз вижу. Я тебе вот так скажу. Если я в интернете появлюсь, я по-любому тебя найду. А можешь написать, встретимся, ты не скрывай себя. Давай, без проблем, дай номер. Встретимся. А там номер все мы знаем. Слушай, если я... Не, видос будет. Смотри, если я там буду, и твои из Дагестана? Да, посмотришь. Сейчас земляки твои приедут. Пускай приедут. На 5 минут буквально. Хорошо, приходи сюда, поговорим. Не работай такая неделя. Слушай, я там работаю. Ты меня знать никого... ты меня знаешь вообще? Слушай, я тебе знать не хочу. Ну, это правильно. Если бы ты не работал такой деятельности, ты меня знать не знал бы. Слушай, я тебе так говорю. Если я в интернете себя увижу... Увидишь. Посмотришь, наверное. А что будет? Будет. Ну, я тебе прямо сейчас говорю, что ты увидишь. Ты с камеры не можешь? Так я тебе прямо сейчас говорю, что увидишь. Что тебе полиция сказала? Ничего, все, они позвонили, сказали, то, что обе стороны от заявления отказываются. Вот, они сделать ничего не могут, да? То, что та сторона и та как бы друг друга ждут. Вот. Ты самое смешное, знаешь что? Они не поняли, короче, то, что я с тобой. Не поняли? Не поняли. Он потому что сейчас мне говорит, уважаемый, говорит, ну что, говорит, еще в гости, говорит, придешь, говорит, нам. Посмеялся и все, и дальше и побежал, короче, в свою сторону. Они не въехали, что мы вместе. Приехали, короче. Посмотрим, что сейчас будет. Короче, знаешь, сейчас суета. Они просто не знают, что я знаю второй их адрес. Если сейчас они не пустят, то... Идем, колен. Вот этот пусть... Азиз. Больше всех там. Подожди, не уходи! Да как он въебался? А он тоже пацанам позвонил. Сейчас это еще приедут. Закрыл? Эй, дай коня покурить, твой рот. Че, не закрылись, что ли? Ты к Азизу приехал? Не к Азизу приехал? Да. Ну, это он вызывал, да, тебя. Кого вызывал? Ну, ты Азиза, к Азизу? Ну, он тебе звонил, типа, кипиш здесь. Ну, да, он там не открывает, мы тоже приехали. Только не к нему. Сейчас, короче, еще Ислам подъедет, и там, говорит, еще человек 7-5. Давай, зайди, Саша. Не-не, сейчас откроется, видишь? Блатной, крутой буду. И сам в кальянной, короче, закрылся. Такие герои. Братка, а ты за Азиза пришел, да? А он тебе объяснил всю эту ситуацию? Нет. Ну, Азиз не прав. Он мне сказал, что приезжает. Азиз не прав, у тебя. Они там, вот, каких-то пацанов... Только что 4 столика сорвал. Да, 4 столика. Там у меня эта тёлка прыгала, кричала. Всё, ты одет второго? Да сейчас это... Заходишь, заказываешь кальян, сидишь. Обычно кальян заказал, сидишь. В конце счёт приносит у нас. Короче, Азиз был... Короче, здесь шкуры работают, тёлки. И разводят пацанов. Вот, я прихожу, это мешаю им, да? Да. Вот Азиза наняли на работу, на охранника. Он должен, наоборот, мешать таким, как я. То есть он покрывает, грубо говоря, шкуру. Если приемлемо по-пацански, еще по понятиям, вот просто пацану, да, тем более он кавказец, он с Дагестана, как он сказал? Нет, он говорит, что он дагестанец. Азиз! Выходи, все хорошо! Пацаны покурить кальян пришли, выходи! Они слышат все здесь. Азиз! Да? Что стало? Вот пацаны поговорить хотят с тобой. Чё? Чё, ну чё? Ты со мной поговорил. Не, мы с тобой все. Ты ж тут когда-то угрожал. Алейкум ассалам. Да, скажи, чёлок, зачем крышевать? Брат, я работаю. Ты тоже работаешь. Ну я работаю по халяльному. Ты ж только что угорал, то что вот развели, развести хотели. Ты ж только угорал. Ты чё? А? Ты приводи своих, чё ты? Ну вот я пришёл с пацанами. Ну вот слушаю. Что? Люди сидят, отдыхают. Тебе-то что? Они не отдыхают, их разводят. Ты сам видел, как там разводят. Послушай, я слушаю, тебя... Послушай, да, подожди, его разведут на 12 тысяч и... Ты же говорил, ты дагестанец, Я не дагестанец. Ты же говорил, ты дагестанец. Слушай меня, я тебе сказал... Не маши руками, Смотри, он с камерой. Пускай камеру. Без разницы, брат. Не, по закону, я тебе сказал, пускай сейчас мои люди придут, ты узнаешь, кто я такой, что я такой. Вот, да, вот, а ты сам за себя не можешь идет... сказать? А что ты сам ладно, тоже хорошо. Не можешь? Ты тоже приду. Сейчас, да, подожди, не кричи, тоже приду. Азиз. Дружище, кто, расскажи, кто он такой, просто говорит, что ты расскажешь за него. У тебя была такая ситуация. Он сам не может, просто кто? Я не знаю его.
Он говорит, что ты сейчас расскажешь за него. Хватит. Просто я не знаю, кто реально. Который тебя разил. Снимай, да, отойдем, поговорим. А что, я не хочу, чтобы он на камеру... Конечно, это позор, это позор. Это стыдно таким заниматься. Конечно, позор, блин, ты не хочешь. Я работаю. Ну, я заплатил. Подожди, что я будет? Там... Ты мне только что говорил, что будет, если это видео подает в интернет? Ну, если я там буду, да, ты конечно, посмотришь будешь. Потом. А как без тебя будет? Потом. Ну, я тебе прямо сейчас говорю, будет оно. Я тебе там говорю, что оно будет. Если ты себя в интернете видишь, что тебе будет приятно? Просто тебя мама... Так мы здесь все, кто заходимся, на всех увидят. Братан, если он это делает по-халяльному, он... Братан, он, блядь, спасает людей. Реально, а он, смотри, кто-то вышел, пришел. Когда ноги сломают мне? Сломают. Когда? Убери камеру свою. Когда сломают? Мы придем сюда, 40-30 человек. Ты вообще представляешь, да? Говорю, ты шкура сама... конченая. Да ты отвечаешь. Шкура конченая, а ты. Ты. Конченая. Ты нахуй рот открываешь себе. Да ты что? Юля, пойди. Тебе родитель, я тебе вот так скажу. Смотри, пацан пришел спасать людей. Если бы меня так наебали, поверь, бля, я бы эту кальяну разъебал на, бля, вот кусочки есть, бля, не знаю, я тебя понимаю, я тебе ничего не говорю, но это моя работа, я здесь работаю. Братан, ну работы, базару нет, ну ты хотя бы людей спасаешь. Я ничего не говорю, я сижу, брат, у меня брат, работа такая. Нехорошая работа, тебе так скажу. Ты только что прыгаешь, ты говоришь, что ты мусульман. Ты говоришь, что ты мусульман. Да. Вот, правильно. Мусульман не должен такой, вообще развод, во-первых, кальянная, девочки, это вообще вот ты... Не знаю, сколько правил нарушаешь, это какой-то мусульман. Ему смешно, этого, видишь, смешно. Брат, я тебе так говорю, это моя работа. Я за это деньги получаю. Тогда не называй себя мусульманином. Да, брат, не называй. Мусульманин разный бывает. Какие? Разные? Есть, нет, подожди. Есть, которые не читают. Есть, которые ты, и ты говоришь, да, они не мусульмане. Они считают, ты не говоришь. У тебя права нет, чтобы так сказать. Нет традиционных мусульманов. Есть мусульмане, которые веруют, и все. Слушай, у людей потом смотрят на таких, как ты, и думают, что все такие, как ты. Думают все. И потом пишут, типа, кавказцы такие-то, такие-то. Они смотрят на тебя. Старшего позвать, который, блядь, с этого района, с любого района старшего позвать, и он объяснит. И твоим людям, твои люди вот перед тобой начнут выебываться. А земляки мои, друзья, здесь вот. В этом районе. Ну, я мог свободно. Разводила? Разводила? Да они все там разводили, все. Но мне неприятно, что из-за таких, как ты, всех под одну гребенку. Слушай, грибу, а да. Это моя работа. Какая работа? Шкуру крышевать, что ли? Шкуру крышевать? Иди тогда сейчас людей тебе скажут убивать. Будешь людей убивать? Да, или просто... буду. Ну вот ты знаешь, я дурак, блядь, ты дурак, да, как еще называть? Писал, убьешь? Да, вот этого именно. Вот ты больной. Аллахом, он то, что меня сейчас обзывал перед мусорами, я за слова отвечаю. Как я что? Так говорю. Что будет? Ну ты, что мне обзывал? Подожди, я тебе сейчас пистолет дам. Ты как обезьяна себя да. ведешь. Убьешь его? Да, без проблем. После этого я тебя вот здесь ради бога. Ты на нее даже слово не сможешь натравить. Слушай, да я знаю, что еще. Я здесь работаю, но он сейчас мне обезьяны обзывал, да? Ты как, смотри, стоит... По факту же он обезьян. Конечно, по факту. Он стоит, как ты, как обезьяна себя ведешь? Ты надо мной издеваешься, а что я должен молчать? Я издеваюсь? Любой, кто на моем месте был бы, так поступал бы. Как обезьяна вести, ты смеешься, угораешь, как поступал? Как бы поступал? Веди как мужчина, как человек себя веди. За шкуру базарить? Не поясничай. Ты даже сейчас с пацанами, знаешь, улыбайся. Тебе вот все смешно просто. Как тебя еще назвать? Че, мне плакать? Ты ведешься как обезьяна. Ты сейчас говоришь, что ты меня убьешь. Ты дурак, значит, больной. Такие вообще не место в обществе. Твоя работа это нельзя никак назвать. Ни по-пацански, ни по религии, ни по каким понятиям это не входит в работу. Потому что это конченая работа. Может, зайдем? Пойдем, да, пойдем, звонимся. Идем, зайдем. Нет, только не трогай меня. А только не трогай. По-братски прошу. По-братски ты просишь, а я тебе тоже прошу. Там, блядь, я хочу колянку. Я колянка. Я вот реально не могу. Ну, ты меня не можешь себе пускать. Девчонки уже ушли. Ты там, меня... Вообще. Пацанами колян идем курить. Вот Демир проставляется. Заходим. Ну ладно, так иди. Людей что-то сейчас, когда был один, здесь как-то все так прыгали, когда несколько человек пришло, какие-то все спокойные стали. Сейчас спокойные, я вижу, да. А, ну, ноги поломали. Успокоилась там, да. Работница. Администратор, директор здесь есть? Что за мужик, блядь, интересно? Я не знаю. Ну, он тоже не клиент. Он, наверное, здесь тоже работает. А вы не здесь работаете? Клиент обычный? Не, не клиент. Ну... Ты же знаешь меня. Еще. Я тебя нет, но я видел видео. Да знаешь ты меня. Я тебя знаю. Ну, по-любому знаешь меня. Ты же только что сказал, что ты видел видео. Ну, видео, я же не знаю. Ну. Ты просто пришел кальян покурить, да? Да. Да нет, конечно, это неправда.
А к этой кальяну вы не причастны, да? Нет. Базару нет. Я только может, чтобы меня там были. Это, короче, здесь главная шкура. Я тут отдыхаю. Нет, ты уже видел, он в прошлый раз у меня на ролике был. Ты прочитай в комментариях, что про тебя пишут. Прочитай, что про тебя пишут. А где читать-то надо? Под каждым роликом. Да где удалили свое видео. Ну, удалили, да. Еще раз удалят. Не, не удалят. Да не знаю, здесь людей разводят на бабки. Девочки, мелочка. Да, вот. Я тоже помню. И с одессом я поговорил, ты ему кто, брат являешься или старший, там, кто у вас? А, друг? Тебе ситуацию объяснили? А, брат, если хочешь, подъезжай, я тебе все объясню. А, в Питере. Понятно. Ну давай, начинай. Проблема в том, что я, конечно, понимаю работу, но, братан, мне не нравится... Я ей второй раз столик срываю. Я помню ее в тот раз и в этот раз. Кому? А ты тебе? Девушка. Девушка. Да она сейчас сидела. Не, я, она вот только что сидела. Скажем так, наши именно вот мусульмане людей обманывают. Когда они говорят, когда вот он здесь клянется Всевышним, Альхамдулилла говорит просто слово мусульманин, и в итоге что я вижу, то что он вот на моего пацана там накидывался, говорил, что он там, блядь, его убьет, не убьет. Я вот ему могу сейчас пистолет дать, если он поклялся Всевышним, если он его не убьет, он прям пиздобулом будет. Да. Я просто тебе объясню, Махмуд, дело в том, что здесь девочки наебывают людей. То есть, ну, скажем так, и наших пацанов, да, с Кавказа, и других пацанов. Ну, про тебя же говорю, что шалашолка ебаная. Да, в смысле, где пишут? Ну. Так ребят, скажи, что ты таджик, зачем ты дагестанец? Таджик. Ну, а ты на камеру уже дагестанец. Я не говорил тебе. Нет, ты уже таджиком молодец. Стал. Молодец. Ты уже таджиком стал. Брат, смотри, ты же мечеть ходишь? Ты заходишь, да, говоришь... Но он же не мусульманин, как я ему говорю? О, не ори, о, не какая ори, разница? Брат, подожди. Ну что они мусульмане? Не говорю же. Других же разводят здесь. Других же разводят. Подожди, другие а разводят. Религия важна, что ли? Религия, так ты что, нацист фашист, что ли, или кто? Нет. А почему? А зачем ты по религии судишь? Кто там мусульманин, кто мусульманин? Не слушай. А? Ну я вот снимаю его, не знаю, если попадаешь. Я его мужа снимать. По закону он имеет. Причем тут религия? Какая разница, какой религии человек? Ты, вот, надо быть тебе человеком. На будущее, ну, про религию никогда, ну, вот, скажем так, рот не открою. Почему? Без разницы, кто он. Все грехи у него идут, а у тебя будут. Зачем ты говоришь? Кто-то говорит, знаешь, как таких называют? Кафирами. Да если бы он знал еще о религии что-то. Было бы... Больше тебя знает. Ты? Этот человек больше тебя знает. Тебе смешно, что ли? Да, смешно. Ты называешься мусульманином, но ты ведешься не как мусульманин. В любом ресторане, в любом заведении все мусульмане работают. И чё? Что? Вот в охраннике, да. Брат, во много кальянов. Это даже не трогай. Про это забудь. Любой ресторан, на Филе есть ресторан, там все мусульмане после мечети, которые на Покровке, на Поклонном находятся. Причем здесь рестораны, заведения? А он не понимает, он не, это с ним я бесполезно, понял. Он не понимает. Что ты хочешь, что я сам сколько тебе лет? Меня? Сколько тебе лет? Мне 21. Молодой ты еще, у тебя еще время переосмыслить. Молодой, переосмыслить, у тебя еще время есть, как ты себя ведешь, как ты себя показываешь. Да, вот. Он серьезно. И давай, самое, самое печальное... Ты мне работу найдешь? Я тебе обязан работу искать? А почему? Хочу. У меня работа есть, я буду работать здесь. Ты на любую будешь работать? Это, ты русский язык знаешь, так? Ты, скажем так, ты не можешь пойти курьером работать? Да, у него такая логика, если он грушится, значит, работает. Я ему должен работу искать. Я должен работу искать. О, ну, ты знаком, полицейский в прошлый раз был. Здравствуйте. Кто звал? Не знаю. Брату сказали, у вас здесь плюс. Брат, да? Ну, не знаю. Ну, вот я хочу спросить. Я не вызывал. Никто не вызывал? Ну, я точно не вызывал. А, клиент, клиент, скорее всего, клиент. Ушел уже. Которого развести хотели. Не, ну, сообщение о драке дали. Первый раз наряд же у вас был здесь недавно. Клиент, клиент вызывал, которого хотели развести здесь. Вот, и, ну, видимо, полиция долго ехала. Возможно, он хотел записать заявление, но он уже ушел. То есть, ну, драки здесь нету. А, драки никто здесь, здесь ничего не делает. У вас все хорошо, все нормально. Да, все отлично. Не, нет, все отлично. Претензий друг к другу никого нет. Нет, все нормально. Администратор? Все, уходим мы. Сами, в принципе, все видели, что начало и конец ролика очень сильно отличается. Ну что, пацаны, как вообще впечатление? Вот первый раз, да? Ты же видел, кто там охранник был? Сначала он говорил, что он дагестанец,
Вот, ну, понял. Сначала клюется. Вот из-за таких, как он, и все под одну. Ты слышал, что это? Друзья, серьезно, вот вы сейчас смотрите, не равняйте вообще, в принципе, всех кавказцев, там, мусульман, и что, вот, типа, они все такие, как он. Просто есть хорошие пацаны. Вот сейчас пацаны здесь все пришли. Все не русские, мусульмане, да? И они поддерживают эту движуху. И помогли мне сегодня здесь, потому что я один. Они помогли просто. Короче, самое главное, никого никогда не делите ни на какую нацию. И не клянитесь. Будьте человеком, людьми будьте. Одна нация просто. Люди.